Всем доброго дня! Итак, сегодня тема будет лай собак. Лай собаки или щенка говорит о том, что собака что-то просит или скорее выражает свое недовольствие. Лай собак очень разнообразен, и по нему можно понять. Только надо научиться прислушиваться к своей собаке, уметь наблюдать за ней и не делать поспешных выводов. Если мы узнаем, от чего это происходит, тогда мы поймем, как это исправить. Итак, почему собака начинает пустолаять или выть? Сейчас мы разберем именно этот лай, когда собака очень долго и монотонно лает, ну или воет, даже если в округе нет никого. Это лай скуки, лай страха или лай поощрения, а также может быть лай требования. Да? От скуки и безделия собаки могут и лаять, и выть. Такую собаку нужно ежедневно выгуливать по долгому времени или занять дрессировкой, какими-то развлекающими играми, ну то есть чем-то занимать. Лай от страха, одиночества или просто любого шороха. Обычно бывает это у щенков или собак со слабой психикой. Тут можно предложить завести другую собаку, ну, в смысле, в компанию к этой собаке, или щенка с более крепкой нервной системой. Хотя не всегда, не для всех это приемлемо, я вас понимаю. Лай от поощрения. Многие владельцы ошибочно считают лай щенков на все, что движется, охраной. И от радости начинают хвалить такую собаку, тем самым закрепляя плохое, неправильное поведение щенка. Мимо людей и собак просто так, проходящих, начинает собака лаять или просто даже лаять, потому что, ну, хозяину это нравится, да, она так и будет делать. То есть сами не делайте этого, не закрепляйте плохое поведение. Лай требовательный. Нужно устранить то, что она требует, или научить замолкать по команде. Итак, весь этот лай для нас нежелателен. Мы не хотим собаку-пустолайку. Нам нужно все исправить. Если те способы, которые я предложила, вам неприемлемы, значит, нам нужно научить просто собаку замолкать по команде. Выработка команды «фу» начинается с вкусняшек. То есть сначала мы вкусняшечку даем, говорим «ешь», а потом мы ее не даем, говорим «фу». Ну, это все в другом видео. Потому что там тоже надо все это делать правильно. А потом также есть еще другой вариант. Это купить отпугиватель собак. Он также является дрессировочным. То есть, когда собака начинает лаять, когда нам это не нужно, мы включаем отпугиватель. Он работает ультразвуком, собаке не нравится это, естественно, она замолкает. Когда собака замолкает, мы отпугиватель выключаем и хвалим собаку. Так, дальше у нас есть еще вариант такой, это ошейник антилай. Но этот вариант, как бы, наверное, не для всех, потому что он бьет током собаку, и это болезненно, естественно, но очень эффективно. То есть после этого собака перестает лаять. Но а зачем нам собака, которая совсем не лает, да? То есть это тоже есть минус. Можно, может быть, недолгое время поработать с этим ошейничком, может быть. Вот. Есть также вариант, когда делают в некоторых питомниках надрез голосовых связок. Это такая мини-операция. Я бы даже сказала, что это не операция. Это все очень просто делается. Делается для того, чтобы собаки не шумели. Обычно это когда очень много собак, то есть питомники, да, и они создают очень большой шум и мешают общественности, то есть, ну, начинаются какие-то проблемы. Делают этот надрез, и собаки не могут лаять, они как бы сипят, как-то так вот, ну, лай у них такой неслышный, в общем. Но опять-таки, что это, наверное, не для всех. Некоторые заводят собак, чтобы она была как звоночком. То есть, если кто-то пришел, чтобы она загавкала, да? А тут уже будет не слышно. То есть, наверное, самый-самый первый вариант был самый правильный. Хотя отпугиватель мне тоже очень нравится. И напоследок, не садите, пожалуйста, щенков на цепи.
особенно надолго. Приучать надо постепенно и закреплять чем-то позитивным, например, сахарной косточкой. Или вы посадили на цепи, начали играться. Потом, ну, то есть какие-то должны быть варианты, что цепи это не так плохо, это не так страшно, и не надо на ней гавкать, выйти и так далее. А лучше вообще, чтобы щенок никогда не сидел на цепи, а имел возможность свободно бегать подолгу, по двору или по дому, ну, неважно. Не поощряйте лай, даже если вам кажется, что щенок лает по делу. Нет, я не говорю, надо наказывать. Нет, конечно, если он лает по делу, мы просто не обращаем внимания. Ну, молодец, конечно, да и все. Поощрять этого не надо. Щенок еще не знает, что вы поощряете. Просто его пустолайство или лай по делу. Но он еще не понимает, не может щенок понимать, ну, то есть охранять, как многие думают. Вот он охраняет. Не охраняет он. В основном щенки лают от страха. Давайте возможность щенку не только набегаться, но и познать мир. Пусть играет с собратьями, знакомится с людьми даже, машинами и так далее. Ведь только хорошо социализированная собака может отличным охранником вырасти и защитником, не боящимся ничего и никого. Он полностью понимает все эти движения, то есть он полностью адекватен и послушен. Ведь такая собака, наверное, гордость, наверное же, лучше, чем собака, кидающаяся и лающая без причины, просто так, а делать нечего, да, или со страху. Ну и, конечно же, щенка лучше брать от родителей с хорошей психикой, то есть проверенных собак, адекватных, спокойных. Тогда из такого щенка можно лепить все, что захотите. И да, некоторые считают, что а как же, вот, ну, например, кавказская овчарка. Как мы увидим ее спокойствие, если во двор заходим, а там родители рвут и мечут? Ну да, в принципе, это нормально, когда во дворе собака рвет и мечет, да, ведь пришел чужой человек. А вы попросите, чтобы вывели этих собак. И посмотрите на ее поведение. Если хозяин надевает намордник, три цепи и удержать не может, она рвется даже на улице, как сумасшедший, что это уже неадекват. Даже кавказская овчарка. Если человек вывел на поводке, ну пусть даже в наморднике, ну ради безопасности, все-таки кавказец, но собака ведет себя спокойно и адекватно, абсолютно не лающая ни на кого, то есть идет по своим делам, да, там, не обращая внимания ни на что. Это полный адекват, это класс. То есть всем удачи, и всем, ну, всем желаю удачи, всем до свидания.